бассейна и пляжа. Смотрите, здесь есть вот такие ограничения. Ну, здесь основная масса ходит закрытыми. Здесь два бассейна. Здесь уборная. И можно переодеться. Сейчас очень жарко. Бассейны шикарные. 1,1 метр. Оба бассейна одинаковые. И рюкзаки водные. Здесь нету плавного захода, сразу же заходишь. Давайте покажу вам. Здесь детский бассейн и аквапарк. Это интереснее. Детский бассейн закрыт сверху. Козырьки есть. 35 сантиметров было тут раз. И теплее, чем обычный бассейн. Обычный бассейн, вот эти бассейны охлаждаются, они прям достаточно холодные. Пока не работает. Сейчас только 8 утра. Заработает в 10. Чуть сложно ходить. Здесь нет воды, пока не заработала, поэтому ноги печет. Обычно здесь вода. С этой стороны для малышни такие безопасные горки. С той стороны чуть-чуть покруче. А здесь вот здесь есть вообще очень крутые горки для постарших детей. Но он почему-то сейчас закрыт. Очень красиво на самом деле. Детям нравится. Везде вода. Обычно пути. Три огромных ведра, которые поливают по очереди. Детям очень нравится. И вот эти водные стрелялки. Я сейчас снимаю рано утром, 8 утра. Поэтому пока не включено. Заработает все в 10. Смотрите, вот такие. Я даже не знаю, как их называют. Которые лазить, ходить. Что-то вот чинят, кажется. В общем, все 7 дней, которые мы здесь были, он не работал, он был закрыт. Вот здесь чуть покруче горки, но у меня сын 5 лет, спокойно играл. Обычно тут стоят сотрудники, которые смотрят за тем, чтобы дети по очереди ходили в эту горку. И здесь обычно вода полная. Здесь один сотрудник ловит. Помните, я в каком видео делала обзор? Это закрытая локация 18+, где ходят бикини. Так, мне тяжело ходить, потому что жарко очень. Сейчас мы пойдем с вами по пляжу. Бар у бассейна, там и кухня тоже есть. Там все очень вкусно, но если вы приезжаете только с завтраком, то знаете, здесь поблизости вы не покушаете в каких-то фудкортах. Есть вот Wyndham Mall, там очень дорого. И здесь, если покупать еду, это очень дорого. Поверьте, это очень дорого. Лучше сразу же включить трехразовое питание, либо завтрак, ужин. Потому что здесь спецменю для тех, кто покупает вот такой завтрак, трехразовое питание. Оно очень вкусное. Туда входят и какая-то закуска. Обычно эта закуска очень сытная, да? Как полноценно горячий или салат.
горячая еда, десерт в фото. Это сильно сытно, мы обычно брали только одно что-то и все. И так три раза завтраки в шведским столом. Поэтому старайтесь покупать сразу у туроператора трехразовое питание. Если через букинг, тоже трехразовое питание. Это выгодно. Мы первый день не успели сюда приехать на завтрак. Мы были очень голодные и решили купить здесь, прямо вот с этого бара. Что мы купили? 2 яблочных сока, 2 стакана. И 2 колы холодные 0,25. И одну пиццу пепперони. Это вышло 30 тысяч тенге. А это 6 тысяч рублей. По сути, за такое маленькое количество, ну, то есть одна пицца, 4 сока, это очень дорого. И обеды еще дороже. У них, кстати, не так много мясных блюд. Так вот, сделаю обзор. Потому что как-то на ужин муж брал сама суши рыба, и это было не рыба, это было очень смешно. Возможно, у них, я не знаю, может, нету говядины или с этим туго. А мы-то привыкли есть мясо и периодически прям искали мясо. В основном предлагают рыбу и курицу. Пляж вот такой. Так, чуть-чуть давайте ближе к воде пойду. Сейчас такой отлив. Лежаков достаточно. Здесь сейчас прям мало людей. Таких много всяких лежаков, диванчиков. Даже несмотря на то, что сейчас утро 40 градусов жары, но сейчас...